Потеряли нас. Наверное, думаете, да что давно так видосов нету. Так мы только вернулись, вот, сушим. Снаряжение. Вчера только с Мишкой вечером приехали, сегодня я разгружаю машину. Мишаня взял пару дней выходных. Были мы в Карелии. На том участке, где у нас в прошлый раз были видео с горевшими мостами. Были мы в составе Трикола, Шатуна и Шерпа Макса. Будет цикл серий «Шерп ищет пару». Почему именно «Шерп ищет пару»? Ну, получилось так, что мы продали Преша. В общем-то, и обстоятельства так сложились, и модели тоже не выпускаются, и каких-то комплектов больше уже нету. Смысла держать нам эту машину тоже особо не было. Жалко было, конечно. Прогресс не стоит на месте, все движется вперед. Пришлось его продать. Не переживайте, деньги у Мишани, он сейчас себе выберет какой-нибудь вездеход. Поэтому цикл серии называется «Шерп ищет пару». Мы пока не знаем, какой это будет вездеход. Ждем предложения от производителей. Испытываем вообще технику разных производителей. И смотрим, кто сможет ходить в паре с Шерпом. Не найдем сейчас, значит, найдем потом. Время идет, вездеходы строятся. И мы смотрим. Думали купить Шерп Макс второй, но вездеход ждать достаточно долго. Да и смысл два одинаковых вездехода-то гонять. В общем, ребят, мы ищем пару, смотрим, наблюдаем. Может, что-то и найдется из вездеходов, которые смогут ходить в паре с Шерпом, серийных. Не надо прототипы и самоделки нам подсказывать. А так, если вы знаете какой-то вездеход, то пишите внизу, какой бы вы хотели, чтобы был у Мишани вездеход. Ну а мы разбираем нашу машину. Тундра привезла столько груза, мы были на рыбалочке. Брали с собой баню, палатки три штуки у нас было. Лотос. Кстати, хорошие палатки, нам нравятся. У нас уже она третья. Соединяется все переходами, целый городок. Да, в общем-то, все вы увидите сами в наших видосах. Кстати, у кого есть Инстаграм и кто на нас еще не подписан, подпишитесь. Собака Герасим Шерп, наш аккаунт в Инстаграме. Ребята, те, кто на Инстаграм подписаны, в прямом эфире видели, что у нас было, как мы переправляли Трикол и Шатун через реки. Что вообще происходило? Мы купили специально спутниковую систему для того, чтобы можно было там, где вообще никакой связи нету, делать вам видосы и выкладывать их. Так что в Инстаграме будут все вот эти вот видео. Коротенькие, небольшие, но наши подписчики в Инстаграме всегда знают, где мы и что у нас происходит из такого вот прям горячего. Так что подписывайтесь. Все, всем удачи, а я буду собираться дальше. Вернее, разбираться. Надо еще шерпа сполоснуть, загнать его на просушку, на доделку, на доработки. Климат-контроль мы сделали, видите? Ну, об этом тоже будет все в сериях. Да, и я занимаюсь еще параллельно монтажом каненого носа. Тем, кто говорит, что мы не доехали, якорь вам знаете куда? Мы доехали, мы там были и мы вернулись. Так что, если нет терпения, есть другие каналы. Удачи, всего хорошего.